Попробуйте найти какой-то вариант поздороваться друг с другом. Это может быть рукопожатие, да, или как-то прикосновение. В кругу студенты, психологи, практикующие специалисты и люди, которые обращаются за помощью к психологам. Гости конференции RunHIGS. Такая практика для них – способ углубиться в науку о душе, поделиться профессиональным опытом и показать сферу изнутри. Но помимо предметного интереса к психологии, их объединяет еще и стремление узнать самих себя. Они способны себе задавать вопрос: а что со мной? А почему я так поступаю? А почему я так себя чувствую? Да? А что происходит? А почему вот я таким образом злюсь, да, и иногда разрушаю отношения? Я не хочу этого делать. Почему это у меня происходит? Найти ответы на эти вопросы помогали 20 профессиональных психологов. Каждый из них – автор собственной методики, основанной на гештальт-терапии и психодраме, способах развить самосознание через анализ отношений с окружающим миром. Однако для начинающих специалистов мастер-классы позволяют получить еще и практические навыки. Студенты через такие активные формы и методы работы могут, лучше инкорпорироваться, да, в профессиональную среду, лучше понять, что для них значимо, какие задачи в профессии они будут решать, с какими видами клиентов они будут встречаться, да, и что от них требуется как специалистов и профессионалов для того, чтобы их помощь психологическая была эффективной. Всего участие в конференции приняли более 200 человек из Барнаула, Красноярска, Новосибирска и Кемерово. А значит, многие из них приблизились к душевному спокойствию. Артем Гусельников, Андрей Печоркин. День с толком.